Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями поселка Ганак-Кент Губинского района сказал, что армянам следует предоставить нам дату открытия Зангезурского коридора, и в таком случае не будет никаких проблем. Алиев напомнил свои слова во время войны о том, что Азербайджан может остановиться только после того, как будет объявлена дата вывода оккупационных войск из территории. Сегодня говорю то же самое. Говорю, что пусть нам объявляют дату об открытии Зангезурского коридора, и в этом случае никаких проблем не будет. Потому считаю, что и руководство Армении, и общественность Армении, население должно это понять. Мы добились своего, добиваемся и будем добиваться. Будет лучше, если этот вопрос будет решен конструктивно, путем переговоров и взаимопонимания, сказал президент Азербайджана. Ona görə hesab edirəm ki, həm Ermənistan rəhbərliyi, həm Ermənistan ictimaiyyəti, əhalisi bunu başa düşməlidir. Biz istədiyimizə nail oluruq, olmuşuq və olacağıq. Yaxşı olar ki, konstruktiv şəkildə danışıqlar yolu ilə, qarşılıqlı anlaşma yolu ilə bu məsələ həll olunur. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.